криминальной хроники. Лови его, лови, у него засада дома, на работе обыски. Ну а сам он по-любому в федеральном розыске. То ли за педофилию, то ли за 282. Ща на память не осилю, но я узнав его, братва. Так гулялся петушара, все молись, тебе без дна. Позвоню ща куда надо, группу захвата сюда. Рептилоиды не были высокодуховными существами. В отличие от лемурийцев или атлантов, они были хитрыми хищниками. Им нужен был контроль над золотыми запасами всего мира. Им нужно было господство на всей планете. Поэтому они нападали и грабили. Возможно, этим объясняется, что фамилия Кирпата их потомков из пасти змея или дракона влезает. Thank you.
21. Одинарный кошелек.